Максимальное наказание, предусмотренное за данное преступление, составляет 5 лет лишения свободы. Необходимо отметить, что с 11 января 2018 года законодателем существенно ужесточена уголовная ответственность за совершение заведомо ложных сообщений об актах терроризма. Кроме того, предыдущие годы аэропорт Анапа являлся объектом заведомо ложных сообщений об актах терроризма неоднократно. Все звонившие были установлены и понесли установленную законом уголовную ответственность.